В Госсобрании Башкортостана предложили выделить 210 миллионов рублей на станции мониторинга качества воздуха. По мнению депутатов, для контроля загрязнения воздуха в таких крупных промышленных городах, как Уфа, Стерлитамак, Салават и Сибай, необходимо минимум 7 станций стоимостью 30 миллионов рублей каждая. Депутаты предложили включить затраты на закупку комплексов в бюджет на следующий год. В адрес депутатов все чаще поступают жалобы граждан на вредные выбросы в атмосферу. При этом привлечь нарушителей к ответственности сложно. Мы провели консультации с Минэкологией, Башгидрометом, другими профильными ведомствами. И основная проблема упирается в отсутствие автоматического мониторинга. Ручные замеры здесь бесполезны, и выброс к моменту их проведения перемещается, и доказать, кто именно его произвел, конечно, невозможно. Всего в республике сейчас 9 станций мониторинга качества воздуха. Из них только 3 находятся в ведении Минэкологии республики. За работой еще 4 пунктов контроля загрязнения воздуха в Сибае, Учалах и Уфе следят собственники самих предприятий. Ранее парламентарии высказались за передачу их в ведение профильного министерства.